Навряд чи хтось буде заперечувати, що стиль одягу чоловіка впливає на його успіх, а правильно обраний костюм може посприяти як створенню ділового іміджу, так і допомогти у вирішенні певних моментів. У галузі моди є таке поняття, як костюм сили. Він здатний майже гіпнотично впливати на оточення, обеззброювати суперників і зачаровувати союзників. Проте тільки здібному кравцеві, який досконало володіє майстерністю індивідуального пошиття, під силу наділити костюм цією гардеробною магією. Як це зробити, знає наша наступна гостя Катерина Бузіанова, майстер чоловічого костюму. Доброго ранку, пані Катерина. Доброго ранку, раді вітати вас у нашій студії. Власне, розмова піде про біспок костюм. Розкажіть, будь ласка, що це за костюм і як він прийшов взагалі в Україну, трішки про його історію. Так, звісно. Костюм біспок – це дословно означає костюм, пошитий на заказ. Термін пішов із Англії, в принципі, оттуда, откуда і пішли всі мужські костюми. І так як раніше костюми шились исключительно в ательє, ще не було фабрик, не було масового производства, це був самий розпространений спосіб пошива. В Україну этот способ пришел очень давно. Еще в Советском Союзе очень много мужчин шили костюмы на заказ. У нас были очень развиты ателье и мастерские. Портновское искусство было на высоте. Но, к сожалению, после распада Советского Союза это все сошло на нет. Профессия стала непопулярной. К нам пришло очень много готовой одежды. Мужчины стали покупать костюмы готовые, а не шить на заказ. И постепенно это все сошло на нет. Теперь же мы в моей компании «Инпошив», а также благодаря моим коллегам, пытаемся развить, возобновить эту культуру. Потому что я искренне уверена, что только костюм, пошитый на заказ, это по-настоящему правильный костюм, и костюмы нужно шить, а не покупать. Але знаєте, є ось такий вислів, що порівняння таке, що костюм сшитий на замовлення і костюм, який купили, це як Бентлі і Ягуар, тільки один збирають на конвейері, а один це фактично ручна робота. Да, абсолютно верно. Я бы даже сказала, что я бы это сравнивала не Bentley Jaguar, а, наверное, Bentley и Ford, потому что разница действительно очень значительная. В первую очередь, костюм, пошитый на заказ, это костюм, который идеально сидит. А только идеально сидящий костюм может сделать так, что его владелец не чувствует костюм на себе. В этом костюме удобно, его не замечаешь, в нем можно провести целый день, и нет ощущения под конец дня, что нужно снять эти оковы, кандалы. Во-вторых, то костюм, который шьется на заказ, чаще всего шьется вручную, а это значит, что он гигроскопичный, он дышащий, ткани, которые используются натуральный, метод пошива не клеевой. Соответственно, это костюм, который не только носится удобно, но и носится долго, который будет жить годами. Ну а скільки, ну якщо там догляд хороший, чи це вже залежить від... Это сильно зависит от того, как часто и как долго носится костюм, но мы видели костюмы, которые пошиты вручную, которые носятся 20-30 лет, которые передаются из поколения в поколение и выглядят прекрасно. Ну, знаете, мы уже трошки заговорили, коли представляли вас про магію, котру може мати костюм, и скажуть, що коли перукар там стриже свого клієнта, то він всі свої хороші думки вкладає в цей процес. Так само відбувається і у вас кравців, коли ви наділяєте магію. Що там, що думаєте? І чи якось ви пізнаєте свого клієнта, його світогляд перед тим, як почати з ним працювати, і чи це впливає? Я думаю, что это очень сильно влияет. Перед тем, как начать работать с нашим клиентом, мы обязательно спрашиваем, мы берем небольшое интервью, мы обязательно спрашиваем, для каких целей нужен костюм, в каких обстановках он будет носиться. Это очень важно для того, чтобы понять, как правильно его крыть, как правильно его шить. К тому же, как вы абсолютно правильно заметили, что когда костюм шьется, мастер постоянно думает о клиенте, которому этот костюм шьют. Поэтому, как я говорю нашим клиентам, минимум 70 часов постоянно кто-то думает об этом клиенте на протяжении пошива костюма. Ну, власне, давайте поговоримо вже за конкретний цей процес. Ось я, наприклад, до вас прийшов. З чого починається робота? Ось ви провели це інтерв'ю. Наприклад, я там відповів, для роботи мені потрібен костюм. Далі, які кроки йдуть далі? Ми починаємо з вибору ткані. У нас представлено більше 20 тисяч образців ткані. Італія, Англія. И мы начинаем с того, что выбираем ткань из подходящих образцов. В зависимости от того, для какой цели нужен костюм, работа, мероприятие, просто поносить летом. А есть такие универсальные? Конечно, конечно. Есть универсальные костюмы, чаще всего это шерсть, чаще всего это куртка 110-120S определенного веса. У нас уже есть экспертиза в том, какие костюмы лучше всего носятся, если там постоянно человек сидит в машине, чтобы они меньше мялись, если часто путешествуют.
путешествуют, чтобы они тоже быстро отходили от долгих путешествий. Соответственно, у нас есть понимание то, какую ткань предложить. Мы выбрали ткань, после этого мы выбираем фасон. У нас есть мастера, которые очень хорошо разбираются в мужских фигурах и прекрасно знают, что мужчине пойдет, что не пойдет. Ну, приблизно расскажите, у якому типажу фигуры, який костюм пасуватиме? Ну, например, костюм в полоску идет невысоким мужчинам. Но невысоким мужчинам нужно быть осторожно с двубортным костюмом. Костюм на три пуговицы может пойти высокому мужчине, хотя невысокому мужчине категорически противопоказан. Потому что есть определенные законы, законы симметрии, я бы сказала, которые помогают фигуру или вытянуть, или наоборот сгладить, которые помогают удлинить ноги, которые помогают сузить плечи или расширить плечи. И это все мастерство в деталях. То есть закройщик, который будет снимать мерки, который будет креить костюм, он обязательно должен учитывать эти особенности для того, чтобы выгодно подчеркнуть достоинство человека и скрыть его недостатки. После того, как мы убрали тканину, что дальше? После этого наш закройщик снимает мерки. Какие основные? Ой, основных часы. Очень много. Это не просто грудь, талия, бедра. Там довольно много мерок. Мы снимаем более 35 мерок. То есть этот процесс занимает время. Есть специальные инструменты, которыми все это делается. То есть определяется не только объемы и обхваты, определяется постановка фигуры, насколько особенности фигуры, баланс фигуры. И после этого мы считаем, сколько стоит костюм, получаем аванс и приступаем к пошиву. Угу. Ну, ось про ціну ми хотіли теж запитати, але ви вже почали говорити. Якщо приблизно так середня ціна такого костюму, зрозуміло, що це не дешево. І від тканини буде залежати. Звісно, це процес не дешевий. Приблизительна стоїмость наших костюмів зараз – це 25-30 тисяч гривень. Вона залежить, звісно, від ткані, тому що разброс ткани у нас от 60 евро за метр до 2000 евро за метр. Вот, соответственно, это очень сильно влияет на стоимость костюма. Вот, а остальное – это стоимость работы. У нас за костюм двойку мы берем 12,5 тысяч гривен. Вот, но также в это само за работу. Да, это за работу. Весь процесс занимает приблизительно 7-8 недель. И для первого костюма, да, нам нужно около 3 примерок. Да, это, в принципе, не то, что прямо быстро вы получаете костюм. Сегодня на завтра такие костюмы не шьются, но и носятся они, соответственно, долго. А за рахунок чего так долго? За рахунок всей скрупулезности работы над выробом? Да, есть несколько факторов, влияющих на то, почему мы так долго шьем. Хотя долго – это относительное понятие. В Англии шьют 4 месяца. И в этих мастерских есть очередь. Но, тем не менее, мы шьем в первую очередь, потому что костюмы действительно шьются долго. Мастер тратит не менее 80 часов ручной работы для того, чтобы пошить костюм. Плюс добавьте сюда еще 3 примерки. Плюс добавьте работу закройщика для того, чтобы построить индивидуальное лекало, эти примерки провести, потом, соответственно, с этими лекалами поработать. Ну и добавьте то, что у нас довольно большая загруженность и очередь, поэтому мастер работает не над одним костюмом, а над несколькими. Отсюда и витікає такі сроки. Друзі, що мене вразило найбільше, коли готувалися ми до інтерв'ю, це те, що на костюмі такому обов'язково мають бути ініціали. Вони вишиваються, і ініціали – це просто там прізвище, ім'я, по батькові, чи, можливо, хтось щось додає? Ось як це буває? У нас абсолютно по-разному цей процес проходить. В основному це ініціали, перші дві букви ім'я, фамілії, але некоторі вишивають 3 букви, некоторі вишивають групу крові. Тобто люди вишивають... Різні моменти бувають. Власне, знаю, що навіть гудзики самі, вони теж непрості у вас. Звісно, для того, щоб костюм носився довго, виглядав дуже добре, и сразу было понятно, что это костюм, пошитый без полок и вручную. Все элементы этого костюма должны быть правильны, я бы сказала. Пуговицы мы используем исключительно из натурального рога. Это пуговицы, которые почти невозможно сломать. Мы их проверяем, бьем молотком. Нитки для петель мы используем из шелка, потому что это самые прочные, самые качественные и самые красивые нитки. Естественно, ткань у нас только натуральная, но что немаловажно, и внутренний каркас костюма, пиджака, он тоже делается из натуральных материалов, бортовки и конского волоса. Именно эти материалы использовались испокон веков, до того, как костюмы стали шиться на фабриках, и именно благодаря им держится форма костюма и сохраняется. Проверено столетием. Да, это 100%. Более того, мы говорим нашим клиентам, что и так и есть, что после того, как пошитый нами костюм одеть несколько раз,
этот костюм принимает форму человека за счет внутреннего каркаса и ее сохраняет. Вот это самая классная особенность наших костюмов. А ось цікаво, чи впливають нові модні якісь там тенденції на bespoke костюм, чи він ось є такий якийсь класичний певний образ? Безусловно, тенденції є. Как сейчас в моду возвращается двубортный костюм или костюм-тройка. Точно так же, как там пару сезонов назад стала актуальна и актуальна до сих пор очень яркая клетка. Но костюм остается костюмом. То есть это не брюки не превращаются в шорты, а костюм остается классикой. То есть это костюм-двойка, пиджак-брюки, костюм-тройка, добавляем жилетку. Это остается классика, которая всегда была. Если, когда меня спрашивают про тенденции, я говорю, что в мужском костюме это едва заметные детали. Высота кармана, ширина лацкана. Человек, который не вращается в модных кругах, возможно, даже этого и не заметит. Но это есть какие-то определенные детали, которые меняются со временем. Например, если посмотреть на костюм 20 лет назад, он был гораздо длиннее, гораздо объемнее. Сейчас костюмы, пиджаки все больше укорачиваются, брюки тоже становятся более короткими, костюмы становятся более посаженными такими, более приталенными. Ну що ж, дякуємо вам, що завітали до нас за цікаву розмову. Я ж нагадаю, що гостею нашої студії була Катерина Возіанова, майстер чоловічого костюму. З нею поговорили про процес пошиття bespoke костюмів. Ну, а просто зараз зустрічаєте в нашій студії Олександру Роздорожну. Вона вже готова поділитися добіркою найсвіжішої інформації. Отже, стаємо далі.